чем. Ага. Ну да, надо в контору отвезти, да. Вот смотри, количество животных у меня. Это не все. У меня 15 котов, вот все брошенные. Эту подкинули, и она умирала. Это она уже, видишь, чуть-чуть оклыгалась, да? Уже 3 дня, как она уже здоровенькая. Вот собаку, которую вчера попросили. Подползла к людям под дом. Поломанный, открытый перелом лапы были. Сделали снимки. 15 котиків та 2 собаки проживають зараз в будинку української спортсменки Анни Куркуріної. Волонтерка постійно знаходить безпритульних тварин, лікує їх, доглядає та влаштовує до нових родин. Моя життя принадлежить животным, поэтому время війни я відмінила тренерську діяльність і по максимуму хочу помочь вижити як можна більше кількості животных. Поэтому я город Николаев не оставила, потому что пользуюсь своей знаменитостью, я прошу помощи и те, кто меня знает, высылают гуманитарную помощь. Котики маленькие, вот. Видишь, он даже персик, мой любимый. Он еле ходит, у него кишечная инфекция была, еле выходили. Он первый день кушает, представляешь, он 4 дня не кушал. Мы ему под кожу глюкозу давали. Глюкозу, натрий хлор. Останні місяці Анна активно виїжджає до прифронтових сел. Туди привозить корма для тварин або евакуйовує поранених. Нашлась села Луч. Це перша моя діяльність. Ну, я не думала, розумієш, я ніколи не жила в селі. Я не розуміла, що це таке. Ну, город і город, я займалась городом. А коли так вийшло, що мені треба було поїхати забрати обгоревшую, коротше, французькі журналісти сфотографували собаку і виїхали. І фотографія обійшла весь світ. И мне кто-то из фанатов моих скинул фотографию, что вот есть в Николаевской области такая собака, там обгоревшая вся. И меня это так поразило, я попросила своего соседа, он не побоялся. Поехали в село, которое не осталось, которого, короче. Там нет ни одного жилого дома. В селе осталось 43 человека. Они живут в 4 подвалах. Вот. Мы вывезли оттуда собаку, я когда своими глазами поняла, этого не понять. Пока я когда увидела вот то, что там творится, когда я еду, а куча котов, собак, коров, которые плачут, потому что их никто не доит, это меня впечатлило, и я поняла, что моя помощь больше нужна в містах, куди не пускають людей, і їх мало. Для того, аби закупити корма для тварин, Анна організовує збори в своїх соціальних мережах. Часто витрачає і власні кошти. Допомагають також іноземні волонтери. Аби мені іностранці давали корм, вони хочуть бачити, що куди корм йде. Когда я выдаю корм, и мне просто высылают фотографии, как они кормят котиков, собачек, для иностранцев это не является стимулом дать нам корма. Поэтому я сама выезжаю в горячие точки, на нули, там, где нет людей, где все разрушено. Я снимаю видео, где я кормлю животных. И они мне в благодарность шлют все больше и больше корма. За роки своєї волонтерської діяльності Анна допомогла тисячам тварин. Зупинятись не збирається, тому що під час повномасштабної війни кількість безпритульних котів та собак збільшилась. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.